Центр занятости населения города Чебоксары большое внимание в своей работе уделяет организации различных ярмарок вакансий и тесно сотрудничает с работодателями. С начала года Центром занятости было организовано 46 ярмарок вакансий. Сами по себе ярмарки вакансий бывают разные, бывают тематические, бывают отраслевые, бывают выездные. На этот раз ярмарка состоялась по адресу проспект Ивана Яковлева, 3, где арендует свои площади компания «Комфортел». Она существует на рынке уже 9 лет и входит в топ-10 лучших контактных центров России, предлагая вакансию специалиста телефонного центра. Для соискателей была подготовлена обзорная экскурсия по рабочим местам, где каждый мог задать интересующие его вопросы. Компания достаточно крупная и активно развивающаяся. На текущий момент в ней создано 800 рабочих мест в 6 городах Российской Федерации, таких как Орел, Курск, Брянск, Липецк, Севастополь и Чебоксары. В штате находится около 1000 сотрудников. Руководитель подразделения компании «Комфортел» города Чебоксары Анна Долгополова рассказала о том, чем занимается их компания. Компания «Комфортел» – это аутсорсинговый контактный центр, то есть занимаемся мы приемом входящих и совершением исходящих звонков по направлениям наших заказчиков. Это крупные банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, телекоммуникационные компании, интернет-провайдеры, автомобильные компании и многое-многое другое. Требования к соискателям работ несложные. Это грамотная устная русская и письменная речь, отсутствие дефектов речи и акцента, владение компьютером на уровне, позволяющем уверенно пользоваться поисковыми системами, а также дисциплинированность и пунктуальность. Такой достаточно минимальный набор требований, обусловлен тем, что всему остальному мы обучаем самостоятельно. Никаких образований юридических или банковских мы тоже не требуем. Для этого у нас есть высококвалифицированные тренера, которые проводят достаточно профессиональное обучение. Обучение они проводят в 2 этапа. Это вводное обучение и проектное. Обучение проходит за счет компании в течение 5-6 рабочих дней. График работы гибкий. Выплаты заработной платы осуществляются 2 раза в месяц. Заработная плата состоит из 2 частей. Это почасовая плата за отработанное время и премия, которая зависит от результатов работы. Как показывает практика, проводить подобные ярмарки важно, ведь они помогают не только работодателям подобрать сотрудников для своей организации, но и самим соискателям найти подходящую работу. Кристина Емельянова, Алексей Федосов. Жизнь столицы.